Все. Теперь я молодая девушка. Меня зовут Светочка. Ой, у меня такая проблема. Я не знаю, с кем мне жениться. С Костей или с Павликом? У Павлика нос красивый, а у Кости машина большая. Как быть? У Кости машина класс, красивая, новая. Хрюндай называется. А вот нос у него, ну такой ж набелина. Я, когда с ним познакомилась, я подумала, что он для смеха к морде баклажан приклеит. Потом смотрю, ой, а он на нем растет. А у Павлика нос красивый, но машины нет. Мне Павлик очень нравится. Ну, если вот куда ехать, я что, у него на носу поеду? А у Кости можно и на машине, и на носу. Там еще место для двоих останется. У Кости машина с люком. Он летом люк открывает и туда нос высовывает. Выгуливает друга. У него такой румпель. Он когда на спине плавает... Все думают, что это яхта с парусом. Мне мама говорит, ну что ты зациклилась на его носе? Нос – это мелочь. Я говорю, мама, у него не мелочь. Там такое. Он, когда к врачу уходит, его сразу три лора осматривают. Один держит, второй лечит, а третий следит, чтобы первых двух не всосало. Нет, пойду за Павлика. Павлика носик маленький, волосы растут только внутри. Зато Павлик живет в общежитии. Написал письмо в квартирный вопрос. Мне нужно сделать в моем углу метр на метр кабинет, спальню, кухню и небольшой спортзал. Оставшееся место я буду сдавать. Нет, я пойду за Костю. У Кости квартира. Но у него такой нос. Он в море без акваланга ныряет. У него там запас воздуха на 5 часов. Больше, чем у кита. У него, когда насморк был, всех соседей снизу затопило. Все 5 этажей. Да ну его, этого Костю. Пойду за Павликом. И он у нас маленький, красивый, а денег нет. Он пачку доширака на 3 дня растягивает. Первый день ест лапшу, второй день приправы, а третий день коробку. А у Кости деньги и машина. Все, я пойду за Костю. Ну, подумаешь, нос. Кстати, вот если со спины смотреть, нос почти не видно. Так немножко с боков выпирает, сантиметров 50. Мне мама говорит, выбирай жениха, а то останешься с носом. Это что, с Костей, что ли? Не, я пойду за Павлика. Павлик носик маленький, красивый, аккуратный. Но Павлик студент. У него годовой доход 12 рублей. Зато он заботливый.
мы с ним вот в парке вчера гуляем. Он говорит: Светочка, ты не мерзнешь? Я говорю: нет. Он говорит: тогда дай мне свое пальто погреться. Мне все говорят: тебе надо найти свою половинку. Я говорю: не дай бог. У меня рост 1,60 м. Делим пополам. Да нахрена мне мужик 80 сантиметров? Ну пусть и нос 80 сантиметров. Одна ноздря. Откуда у него такой нос? Его мама всю жизнь в зоопарке работала. Подметала слоновник. Хотя тут по телевизору показали Карена Аванесяна. Нормальный у Кости нос. Даже маленький. Мама мне говорит: Светочка, ну когда ты уже определишься? Ты уже большая девочка. Тебе уже 62 года. Ты пока думала, уже и Павлик помер, и у Кости машина сгнила. А сегодня какое число? Какое? Сегодня ж пенсию дают. Все, пойду на почту. Там Василий работает. У него, правда, уши огромные. И машины нет. Но я побегу, пока он не передумал. Пока.